calio Krista, el chantón mayón. Mista, per mayón. Rachnata, rachnata. Calio Krista, el chantón mayón. Mista, per mayón. Rachnata, rachnata. Calio Krista, el chantón mayón. Mista, per mayón. Rachnata, rachnata. Calio Krista. El chantón mayón, mi stout per mayón. Друзья, привет! Вы что думаете, за моей спиной сегодня пустота, ничего нет? За моей спиной мускулы, легендарный Ford Mustang, который с 1964 года в производстве, первый миллионник в мире. И вот эта красавица от производителя Ford. Ford Mustang 2.3 EcoBoost, друзья. 317 лошадок под капотом этого зверя. Чипуется до 400 и выше, друзья. Цвет необычный, очень красивый цвет, друзья. Переливается красота. Бесключевой доступ у него имеется, друзья. На заводских дисках Yokohama резина. Посмотрите сзади. Его глушители спортивные. Камера заднего вида. Фонари, как обычно. Итак, у этого автомобиля также самозавод. Очень удобная тема. Ну и как обычно, друзья, его мордашечка, его фонари спереди, точнее фары, посмотрите, обратите внимание, смотрится очень круто. Также у Форда огромнейший багажник, пойдемте посмотрим. То есть тачело спортивное, но багажник огромный. Открывается с пульта. Просим. Огромнейший багажник, друзья. Посмотрите. Вот такой вот здоровенный багажник. Сразу по автомобилю. Автомобиль приехал из Америки, друзья. Как вам известно, с Америки приходит в основном с каким-то небольшим дефектом. На данном автомобиле был небольшой дефект от этого крыла. Но пластический хирург приехал, чуть-чуть поколдовал. И воля, друзья! Только, может быть, какой-нибудь маг угадать, где что тут произошло, либо по ВИН-коду. На первый взгляд, даже профессионал не может угадать. Итак, пойдемте внутрь посмотрим, друзья. Так, с чего нам хочется начать? Как обычно, у Форда вот здесь его подсветочка. Для того, чтобы вы знали, сейчас светло не видно. На данной комплектации более 10 цветов, меняющие подсветки, друзья. Так, динамики, музыка, экосистема. Проходи, Серега, туда садись, покажем оттуда машину. Огромнейший монитор. Самый классный момент. Давайте это перезапустим, пожалуйста. Вот, этот его лейбл. Когда садишься ты в Мустанг, сразу видим мы его стильный значок, и ты понимаешь, что ты за рулем легендарной машины. Этот дизайн Ford не упускает, друзья. Что появилось на этом Форде, чего нет на других? Его огромный сенсорный монитор. Далее, посмотрите на вот эти кнопочки. Начнем вот с этих кнопочек, которые нам напоминают самолет. Так, режим движения нормальный. Далее, спорт. Спорт плюс, гоночная трасса, снег мокро. Далее, ощущение руля нормальное, спорт, комфорт. Далее, друзья, это у нас стабилизация. Отключаем, включаем, вот так стабилизацию. Это что у нас? Это у нас аварийка. Дальше, пойдем. Старт-стоп, как мы уже сказали, полный мультируль. Спорт, спорт плюс, дальше лепесточки, коробка, автомат, еще и лепесточки. То есть переключаем на спорт режим и ездим. Такой кайф сидеть, и когда тебя обдувает, блин, даже не чувствуешь жару. Блин, что, сзади тоже обдув? Да ладно. Нет, там просто никто не сидел. Там просто никто не сидел. Да, тачка бомба, друзья. Итак, друзья, за этот автомобиль... Что бы вам еще хотелось рассказать? Автомобиль находится в идеальнейшем состоянии.
Итак, по пробегу. 84 тысячи миль пробег, 84 944. Автомобиль был куплен и завезен для личного пользования, поэтому подходилось с очень, так скажем, дотошно. О, ты видел? Смотри, как на них уже начали делать. Круглая подсветочка, тут подсветочки, козыречек. А крыша черная, удобная, классная. Очень стильная тачка, да. Друзья, на этой машине вас заметят всегда и везде. Вы будете очень стильным, стильным за рулем этого автомобиля. Много-много чего хочется за него рассказать. Но вы свяжетесь с нами, мы вам более подробно расскажем. Скажите, друзья, обязательно в комментариях напишите, мне очень это интересно. Как вам этот цвет? Он стильный, идет мне или нет? А? Друзья мои, расскажите мне за этот цвет. На самом деле в нем очень комфортно сидеть. Серега не разрешает включать музыку, чтобы не перебивало. И вам рассказал я за этот автомобиль. Итак, дорогие мои друзья, повторяю, 16-й год, 2.3, EcoBoost, 317 лошадок, добавь до 400 и забери его себе. Итак, успей купить. Могу себе позволить. Он твой. Да нет, если позвонит Серега, скажет, что он продан. Его можно зимой продать. Летом я сам на нем покайфую, так что я поехал. Nissan фуг бывает очень много, хороших фуг бывает мало, идеальных фуг еще меньше, а той фуги, которая стоит у меня за спиной, 1 на 1 000 000. Что за фуга? Поехали посмотрим. Цвет белый жемчуг, линзованная оптика, на заводских дисках. Пойдем, пойдем посмотрим сначала его вот так вокруг. Мишленовская резина, Pilot Sport. Камера заднего вида, 4 глушителя, посмотри, какой выхлоп у него сзади. Одну секунду, я думаю, даже так будет слышно. Оп, хотел по привычке сесть на левый, так это ж правый руль. Итак, дорогой мой друг, это не просто Nissan Fuga, это японская мощь. 4,5 литра. Поехали, посмотрим его полностью, друзья. Белый жемчуг. 0 крашеных деталей. 0. Смотри, какой салон у него. Перфорированная рыжая кожа. Дорогущая, друзья. Состояние нового автомобиля. Прямо-прямо таки состояние нового автомобиля, друзья. Год 2005. Обзор. Задняя камера, боковая камера, сиденье VIP, друзья, смотрите, вот так выезжает. Все придумано для людей, друзья, все для людей. Вот, чтобы рядом пассажир ехал, вот так. Тут даже коврики, друзья, я не знаю, какая обувь у японцев, друзья, посмотрите, тут даже эти коврики, они настолько мягкие, чистые, аккуратный коврик. Босиком можно в нем сидеть. Ковер дома не у всех такой мягкий, как здесь. Боковая камера, пожалуйста. Оценка 4,5. Парктроники. Нет, это не покрой. Камера. Камера, да? Камера, да? Точно? Точно. Вырежешь этот момент, хватит уже подставлять меня. Итак, камера на зеркале боковая, камера на бампере, друзья, парктроников нету. Линзованная оптика, повторяемся. Одну секунду, Серега, не подходи. Покажем, что у нас тут находится под капотом, друзья.
У нас сегодня жара, друзья, 42 градуса. Пожалуйста, посмотри состояние этого автомобиля. Это ласточка, друзья. V8 4.5 мотор. Ну, а теперь пойдем на место водителя. Итак, водительское сиденье также электрорегулируемое. Просим. Память сидений. Старт-стоп. Куча наворотов. Ключ здесь, у него идет смарт-ключ. Здесь выставляешь, он заряжается. Большой монитор. Часики. Просим. Музыкальная система Infinity здесь стоит. То есть звучание классное. Мультируль. Пожалуйста, это переключать. Диск, DVD-диск. Камера боковая, пожалуйста. Ну и, дорогой мой друг, пробег у этого автомобиля всего 42 тысячи километров. 42 тысячи. Обдувы, сиденья, друзья. Знаете, посмотрите на меня. Сейчас 42 градуса. Жара. Я сейчас включу обдув сидений. Это перфорированная кожа. Я не буду обращать внимания на жару. Включу кондиционер. И спокойно буду ехать, не потеть, газовать. И все останутся позади меня, друзья. Руль также с электроприводом. То есть, опа, вот так. Вот так. Как удобно, одним словом. Да? Раз, раз, два, раз, два, три. Так, дорогой мой друг. Значит, то помимо того, что тут очень удобно сидеть водителю, это очечники, пожалуйста, бардачок здесь. Здесь вот такой у нас, здесь, смотрите, бардачок какой. Ну, давайте аукционник достанем, да? Аукционник имеется. На нем уже ничего не видно, все выгорело, друзья. Но пробег должен быть виден. Одним словом, пробег оригинальный, 42 тысячи. Желающим покажем в электронном виде. Здесь смотрим, друзья, пассажир, который будет сидеть сзади, он сможет для себя урегулировать сиденье, чтобы ему там было удобно, либо неудобно. Здесь, значит, идет еще один подлокотник. Бардачок там назад, просим. То есть туда можно спрятать что-нибудь с ключом, да, здесь тоже открывается, закрывается этот бардачок, кармашек. Подстаканники, чипсики и поехали. Ну и так, дорогой мой друг, машина в идеальной комплектации. В состоянии нового автомобиля, на самом деле, состояние нового автомобиля. Nissan Fuga. Максимальной комплектации. 4.5 мотора, друзья. Блин, я даже язык не поворачиваюсь, скажу, что он продается, друзья. Да, он продается. Nissan Fuga, 2005 год, в идеальном состоянии. 42 тысячи пробег километров, оригинальный пробег. Ни единого покраса. Состояние салона идеальное. Камеры боковые. Весь фарш, VIP-комплектация. 4.5 мотор, 8500. Покупай быстрее. Я поехал, дорогой мой друг. Посмотри, все останутся сзади. Друзья, сзади. Только сзади, больше никак. Японцы умеют делать машины на самом деле на высший класс. Итак, друзья, в этом ролике вы уже много машин увидели. Следующий автомобиль, который мы вам покажем, еще один японский седан Mark X 2.5 мотор. Патроники в округу. Какая у него оптика, интересно, друзья, посмотрите, как будто какая сплошная ресничка, красота. Линзованная адаптивная оптика, заводские диски, друзья, бесключевой доступ, повторители на зеркалах, цвет белый жемчуг, друзья. По состоянию кузова нареканий не имеет, пожалуйста.
Посмотрим его сзади. 2,5. Еще раз повторяюсь, мотор. Камера заднего хода, друзья. Здесь выхлопная труба очень красиво сделана, друзья. Если некоторые автомобили только так, только сейчас начали такие выхлопные трубы делать, то в Японии, видите, уже с какого времени такие глушители у нас имеются. Далее. Пожалуйста, друзья. Это коврики, которые сделали химчистку и оставили их специально для наших покупателей, друзья. Посмотрите состояние. Просим. Друзья, обратите внимание на то, что здесь нету дополнительных вот этих дуг, да, багажник, смотрите, как у нас удобно расположен, как он открывает, закрывается, все в заводе, и у вас дополнительное место в багажнике, не крадется место, так скажем. Далее. Фонари заднего хода, посмотрите состояние салона, просим. Идеальное состояние салона, тут без лишних слов, друзья. Ну и так, пойдем к водительскому месту, покажем, расскажем оттуда. Ну так, друзья, мультируль, 149 тысяч пробег, мониторчик. Посмотрите, как тут интересная вставочка, да, под красное дерево все сделано, подстаканнички, бардачки тут. Вот, пожалуйста, это его, кстати, бесключевой доступ. Далее, что тут он еще у нас имеет? Тут какие-то еще приколюхи. Так, вот такой вот бардачок здесь. Это передвигается подлокотник. То есть раз, так удобно, так поставить, так. Сиденье электрорегулируемое, друзья. Очень красивое, удобное зеркальце заднего вида. Пожалуйста, посмотрите, какое оно такое, какое-то необычнейшее. Просим. Итак, данный автомобиль, друзья, в продаже. Toyota Mark X 2008 год, 2,5 мотор, друзья, 149 тысяч пробег, всего за 7500, успей, купи эту ласточку. Итак, дорогие друзья, обязательно подписываемся на все наши каналы. Канал в YouTube — это два канала, не только за автомобиль, а также лайв-канал. Подписываемся в Инстаграме, почему? Я вам советую и рекомендую обязательно подписаться в Инстаграме. Там мы больше репостов делаем, постов делаем, сторисов, и там самые последние новости именно в Инстаграме. Там есть отзывы людей, вы посмотрите, решите, обращаться к нам или нет. Друзья, к нам приехал гость из Ессентуков. Расскажи, пожалуйста, дорогой мой гость, для чего ты приехал, какие у тебя были намерения и как ты попал к нам? Попал к вам, видел вас в Ютубе. Угу. Приехал переоформлять автомобиль. И плюс сделать прописку постоянную. Для чего постоянная прописка вам нужна? Чтобы спокойно я мог пересекать границу. Вот сейчас на данный момент Верхний Ларс, чтобы перегнать себе машину. Угу. Хорошо. Смотрите, дорогие мои друзья и подписчики, я сейчас еще несколько вопросов задам нашему гостю, но прежде, слышали ли вы, что забирают машины в Нижнем Новгороде? Если да, то напишите обязательно в комментариях. Слышали ли вы, что забирают очень много машин на армянском учете? Тоже напишите в комментариях. Друзья, мне многие пишут: Айк, вот везде забирают машины, а ты опять рекламируешь свои машины. Да, я их рекламирую и буду рекламировать. Давайте так, если даже мы будем предполагать, что нормальный законный автомобиль будут забирать, осталось всего полтора года, чтобы поставить его на российский учет. Ну а теперь я попрошу, чтобы наш гость почитал смс, но его прочитает. Прочитай. Айк, день добрый. Вопрос такой, можно ли сейчас поставить авто так, называемый конструктор, на армянский учет? Что это означает, друзья? Мне отправляют очень много техпаспортов и говорят: Айк, хотим переоформить машину, мы ездим по генеральной доверенности, или вот хотим оплатить налоги, и в техпаспорте даже имена людей. То есть очень много конструкторов, фейков, фантиков, которых уже ездят на армянском учете по России. Вот эти машины и появляются на штрафстоянках, и их пачками там. Под эту же горячую гребенку попадают некоторые законные армянские машины. Также попадают под горячую гребенку на штрафстоянке машины, которые попадались много раз на камеру и пошли в ориентировку. То есть, друзья, просто так нормальную машину, которая не нарушает правила и которая законно стоит на армянском учете, и человек имеет постоянную регистрацию, ее просто не заберут. Вот на этом примере, на примере нашего гостя, мы вам показываем, что люди приезжают сюда, это не фейк, покупают машины, делают документы и беспрестанно передвигаются. Так оно? Да, все верно, да. Ну и пару слов. Довольны вы нашей, так скажем, организацией или нет? Скажите все плюсы и минусы нашей организации.
В принципе, как говорили, все уходит 5 дней рабочих, так оно и получается. Как бы проблем никаких нету. А скажите, вот вы сейчас приехали, вы приезжаете в Армению второй раз, а почему так долго получается? Первый раз вы приехали, там за день сделали, да, оформление? Да, все верно, да. А сейчас почему так долго? Потому что официально, чтобы прописаться, это занимает около 3 дней рабочих. Угу. Вот, как бы, и твое присутствие здесь обязательно. Нет, смотрите, без вашего присутствия мы тоже можем прописать. Ну да, только по генеральной доверенности. Только по генеральной доверенности, да. Смотрите, дорогие мои друзья, подписчики, если вы сюда прилетаете по загранпаспорту, у вас есть влет по загранпаспорту, эта прописка будет быстрее, то есть работа будет быстрее делаться. Если по российскому паспорту, то будет дольше. Итак, друзья, всем советую подписаться, оставить комментарий, звоните, пишите, обращайтесь к нашему гостю, только зеленой дороги. Спасибо. Хочешь хорошую тачку? Где ее брать? У нас. Итак, друзья, пройдемся сегодня не только по тем машинам, которые вам не показывали, также покажем, напомним вам за машины, которые мы уже вам показывали, друзья. Подробный отчет, более долгий, интересный, есть у нас в предыдущих роликах. А если ты хочешь увидеть отдельный ролик за каждый автомобиль, просто переходи в наш Инстаграм, который сейчас у вас на экране появляется, подписывайся на него, и обязательно ты там найдешь эту машину в более подробном обзоре. Итак, за моей спиной стоит два правых руля Honda Elysna, оба 3-литровых. Итак, давайте вот за этот. Это 2005 год, 107 тысяч оригинальный пробег в идеальной комплектации, друзья. Давайте посмотрим, этот цвет небесный. Обе двери электропривод с двумя люками. Машина в идеальном состоянии, она как новенькая. Велюр красивый, аккуратный. Просто, друзья, без слов. Панорама, крыша, люк. Ну, комплектация бомбическая. Состояние новой машины, друзья, не преувеличивая, это прекрасная машина. Все работает, не рабочего, ничего на этом автомобиле нету. Полный мультируль, круиз-контроль. Итак, ценник данного автомобиля, который в продаже у нас, пожалуйста, 7 200 долларов, 3-литровый передний привод, 107 тысяч километров. Повторяюсь, за него обзор есть. Этот автомобиль, друзья, это вообще сказка и одна из изюминок, последняя из магикян, друзья. Это не чехлы, это кожа, друзья. Сразу посмотрите, обогрев сидений передних, 3 литра передний привод, конкурент Альфарда, друзья. В прямом смысле слова конкурент. Такой комплектации Альфарда редко встретишь, Элисна тем более, друзья. Состояние, ну просто, пахнет кожа салона. Итак, 161 тысяча пробег, 2004 год, кожаный салон. У нас впереди что там стоит, Серег? Адаптированный круиз-контроль? Адаптивный круиз-контроль. Давай посмотрим его, покажем. Друзья, у нас ветер сейчас. Мы какой день подряд пытаемся снять видео, просто не получается. Пожалуйста, адаптивный круиз-контроль. Линзованные фары. Повторители на зеркалах. Полный мультируль. Пожалуйста, посмотрите. Видите, да, ветер реально не дает нам снять. Итак, 7800 долларов. Вот этот красавец. Резина новая, состояние идеальное. Вы сейчас у нас увидите, как мы тут снимали все машины дроном, друзья. Выбор огромнейший, огромнейший. Пройдемся по всем машинам, быстренько вам покажем. Если вам не понравится этот обзор, пожалуйста, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте комментарий, возьмите номер телефона в описании. У нас есть в описании номер телефона Василия, который вам покажет каждый автомобиль индивидуально.
Здесь у нас также стоит Pajero с кожаным салоном, линзованные фары, 2008 год, 157 тысяч пробег, с люком трехлитровый. Посмотрите, какая машинка. Огромная панорамная крыша, друзья, люк огромный. Салон вот такой весь, перешитый, друзья. Большой Android монитор, 157 тысяч пробег, трехлитровый, 2008 год, ценник 11 тысяч. Далее, друзья, вот так сейчас быстренько пройдемся, вам покажем. Эти машины уже были. Альфар 2.4, передний привод. Пожалуйста, посмотрите, правый руль. Вот в таком прекраснейшем состоянии, 157 тысяч пробег. Обе двери электропривод, кожаные чехольчики. Ценник данного автомобиля, друзья, 2.4, 4WD, 8 тысяч долларов. Он в продаже. Следующий автомобиль также дорестал, друзья. Но правый руль, трехлитровый передний привод с двумя электронными дверями. Одна электронная дверь, извиняюсь, друзья. Мониторчик на потолочке, два люка, хромированные бомбические диски. Дело в том, что, друзья, мы эти машины отмыли буквально позавчера, дождик пошел, и не успели их снять вам в идеальном состоянии, но машины все в идеальном состоянии, 9 тысяч долларов. Wildfire правый руль, друзья, 13 тысяч, он у нас уже был в обзорах. Пожалуйста, быстренько вам по комплектации, кому интересно, напомним, вот такой вот красавец, старт-стоп, обе двери электропривод, цвет серебро, правый руль 2.5, 2WD, ценник 13300, под ключ, кстати, это цена, друзья. Далее, по этому автомобилю у нас еще обзора не было, это Mitsubishi, 18 год, всего 30 тысяч пробег, друзья, весь в заводском состоянии. Бесключевой доступ. О, полный привод. Старт-стоп. 18 тысяч миль, 30 тысяч километров. Вот такой вот мониторчик, друзья. Полный привод. Куча наворотов. Вот такой вот чип к нему идет. Электронный ручник. Также, кому будет интересно за него полный обзор, друзья, звоним Василию и быстренько его получаем. Он в продаже, друзья. Ценник данного автомобиля 19 тысяч долларов. Далее, Estima, друзья, цвет черный, 2006 год. У него салон диван идет. Тоже очень интересная комплектация, друзья. 2006 год, друзья, посмотрите, пожалуйста, у него идет салон диван черного цвета. Просим. Камера заднего вида, полный мультируль. Автопарковка у него также имеется, друзья. Вот, давай, Серега, вот так сядем вместе, покажем. Ценник данного автомобиля 6800 долларов. Мониторчик на потолочке также имеется, пульт его вот здесь. Итак, друзья, пойдемте дальше. Toyota Alphard гибрид, друзья, 4-й год. За него также подробнейший обзор имеется. Кожаные чехольчики, круиз-контроль, полный мультируль. Обе двери электропривод, сиденье электро. Пожалуйста, состояние отличнейшее. Ценник, шторки электронные. Ценник данного автомобиля 10 тысяч долларов. Выбор минивэнов огромный, друзья, огромнейший. Дальше, Pajero, 12-й год, друзья, 16 тысяч долларов. Также подробный обзор за него имеется. Volkswagen также в продаже, обзор имеется. Далее, вот это вот красавец. Один из последних трехлитровых Альфардов, 2007 год. Два люка, обе двери электропривод, друзья. Сказка машина, посмотрите его, пожалуйста. Бизнес-салон черный. Просим. Коврики в багажнике после химчистки. Бомба машина. Цена данного автомобиля 11,5. Друзья, если кому интересно, мы любой автомобиль, который у нас правый руль, можем сделать вам перекидку при желании. Пройдемте дальше, друзья. Итак, видите, выбор большой, автомобили есть. Еще Estima есть, пожалуйста, белого цвета. Также цена его 7 тысяч долларов. Просим. Данный автомобиль уже забронирован, поэтому его не показываем.
Значит, Эстима, вот, пожалуйста, просим. Печки, дворники, все доработано. Двери, электропривод. Извиняюсь, цена 6500 всего. Машин много, уже забываем, где, почем, какую готова отдать. Вот, посмотрите, все доработочки сделаны. Машина в идеальном состоянии. Машина в продаже 6500. Кому интересно, обращайтесь. Бесключевой доступ. На российский учет машина, пожалуйста, раз, два. Почему раз, два? Этот завезенный в 2020 году, это до 2014 года. Это электричка, бесплатная машина, халява, 11 тысяч долларов и ваша. Это Линкольн, 98 год, один всего лишь хозяин. Интересна тебе его история? Звони Василию, он тебе прикольный, что за история у него. В продаже 8 тысяч долларов. Золотой Ипсум продан, друзья. Так, по бюджетным минивэнам 6900, друзья. Вокси, весь доработанный, в продаже, пожалуйста. Автомобиль трехлитровый, 9,5 в продаже, рестайлинговый. Продажи, друзья, Toyota Voxy, 9-й год, 6900. Toyota Voxy, 6-й год, 5500 в продаже. Ну что, пойдем еще машины вам покажем, друзья. Ну, а вы также не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на наши оба канала. Вы у меня все спрашиваете, ай, гарантии. Иногда мы повторяемся, да, вам кажется, что мы повторяемся, друзья. Но мы не повторяемся, мы напоминаем, потому что у нас каждый раз появляются новые зрители, которым интересно за армянский учет. Много звонков и вопросов касаемо учета армянского. Друзья, значит, автомобили, которые завезены были до 2014 года, вы их можете без лишних доплат ставить на российский учет уже сегодня. Автомобили, завезенные по льготным ставкам с 2014 по 2020 год, ими имеет право пользоваться житель, постоянно проживающий в Армении. Что это такое? Это человек, который имеет постоянную прописку, социальную карту. Такой пакет документов мы вам даем. Мы его делаем без проблем. Получив такой пакет документов, вы можете приобрести вот такие минивены. Их завозили в основном всех по льготным ставкам. Машины, которые завезены в 2020 году по ставкам 2020 года, это уже товар таможенного союза, вы их можете поставить на учет уже сегодня. Мы такие машины привозим под заказ сейчас. Обязательно подпишись и не забудь поставить лайк. Дальше, Honda Elison, друзья, пойдемте, я вам покажу его. Вот такой вот красавец, 2007 год чистый, 148 тысяч пробег, ценник 8500, черный салон, обе двери электронные. Интересен обзор? Звони. Далее. Сейчас пройдемся и там покажем. Так, Honda Stepwagon, друзья. Полный привод, 6-й год, 149 тысяч пробег. Обе двери электропривод, двухлитровый, друзья. Ценник 7 тысяч долларов. За него сейчас увидите обзор дальше. Так, этот полный привод продан, этот полный привод в продаже, всего 7500, друзья. Дальше пройдемся. Так, пожалуйста, полный привод 3,5, друзья, 16500. Передний привод 2,5, передний привод 3,5 по 17 тысяч долларов, друзья. За них обзор имеется, на это уже скидка объявлена. Посмотрите ролики, увидите, какие скидки на них имеются. Итак, Fusion 8500, рестайлинговый Alphard 2,4, 8600, полный привод Estima 6500, 5700 Voxy, Voxy 6900, Voxy 6200, Престиж правый руль, 3,5, 2,4, по 11 тысяч. 8500, друзья, Alphard, передняя задняя камера, обе двери электропривод. На вот таких дисках классных, кожаный салон, друзья, есть обзор за него. Покупай быстрее. Еще один Alphard, 8500. Одиссей, заводской левый руль, 6200. Трехлитровый Alphard, рестайлинговый, максимально идеальной перекидкой, 10800. Полный привод Toyota Alphard. По-моему, до конца ролика он уже будет продан. Но если интересно, звони, еще имеются. Ну и так, дорогой мой друг, тебе было интересно? Выбор у нас огромный. Закажи себе подбор у нас.